В Центральном парке Люберец пройдет экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». 20 октября с 11 до 13.00 жители городского округа могут сдать на вторичную переработку газеты, книги, журналы, а также картон и гофрокартон. Количество собранной макулатуры переведут в экобаллы, за которые городской округ получит саженцы деревьев. Самых активных участников марафона наградят ценными подарками и присвоят звание «Экогерой». Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» уже стала традиционной. Ее проводят два раза в год, весной и осенью.